Знаете же, что ничего нет выше и сильнее, и здоровее, и полезнее впредь для жизни, как хорошее какое-нибудь воспоминание. И особенно вынесенное еще из детства, из родительского дома. Вам многое говорят про воспитание ваше, а вот какое-нибудь этакое, прекрасное, святое воспоминание, сохраненное с детства, может быть, самое лучшее воспитание и есть. Достоевский на каждый день. Идея. Библиотека имени Достоевского и проект «Голос Лаб». Исполнение. Студия «Рекс Сквер».